обзора у нас сегодня невероятной красоты книжечка, которая попалась мне случайно на глаза, вернее, попадалась она очень давно, но вот в этот раз всего за 500 рублей ее увидел и уже не удержался, наконец, посмотреть, что она из себя представляет. Невероятный кейс по оформлению, красивый, живописный. Внутри смотрим книгу, золотое тиснение, трехстороннее, золотой трехсторонний обрез. Невероятно красивая книга, я думаю, что на подарок девушке это просто незаменимо. Красивее книги я не видел. И самое главное, что внутри у нас собраны шедевры живописи и поэзии. То есть в этом вся суть данного издательства. Издательство у нас СТ Пресс исполняло эту книгу. Формат обычный, кстати. Тут на каждом развороте книги на одной стороне у нас представлена репродукция известных картин, которые связаны с темой цветов, полей и так далее. И, соответственно, с другой стороны страницы выполнено стихотворение, либо отрывок стихотворения известного поэта, которое тоже примерно тематика любви и цветов, полей, лесов. Невероятно красивый у нас форзац. Смотрим, как это все оформлено. 2007 года издания, мелованные страницы, качество печати невероятное, то есть книга как будто новая, хотя видно, что она читанная, я ее не раз листал, смотрел. Вот такая книжечка. Обязательно сейчас в конце прочту стихотворение. Кстати, таких еще есть 4 времен года книг этого же издательства. Светлеет грусть, когда цветут цветы. Когда брожу я многоцветным лугом, один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты. За нами шум и пыльные хвосты. Все улеглось, одно осталось ясно. То мир устроен грозно и прекрасно, что легче там, где поле и цветы.